9 апреля в зале Дворца спорта имени Гамида Гамидова состоялась матчевая встреча по пара-тэквондо сборных команд России и Азербайджана. Встреча проводилась в рамках учебно-тренировочного сбора сборной России пара-тэквондо, которую не так давно возглавил заслуженный тренер России из Дагестана Магомед Абдулаев. На матчевой встрече приняли участие более 40 пара-тэквондистов из разных регионов России, получившие приглашение в сборную страны. От имени главы города Акмазова Замира Владимировича сегодня приветствую вас в нашем благодатном городе Фасаи. Желаю вам, участникам, а также участникам сборов, успехов на будущих мероприятиях спортивных, здоровья и счастья. С 30 марта по 13 апреля сборная команда России по пара-тэквондо будут находиться на сборах в Хасавюрте. Именно с этого города начался первый этап по подготовке к турнирам международного уровня. На спортивном мероприятии поприсутствовали первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Гаджимурат Магомедов, старший тренер сборной команды Азербайджана Аваз Тагиев. Со словами приветствия в адрес делегации из Азербайджана по пара-тэквондо обратился Гаджимурат Магомедов. Азербайджан Кушкардизен, с приездом вас. Мы желаем вам крепкого здоровья. Мы желаем, чтобы вы тоже были олицетворением для нашего подрастающего поколения. Духом, силой. И позвольте мне от имени министра спорта Республики Дагестан поприветствовать и нашу сборную команду нашей страны. Я думаю, что это будет хороший пример для взаимоотношений, для братства, для дружбы, для того, чтобы в дальнейшем процветало, развивалось. Учебно-тренировочный сбор является смотром сил российских спортсменов перед значимыми международными турнирами. Старший тренер сборной команды Азербайджана Аваз Тагиев от имени спортсменов и Федерации пара-тэквондо поблагодарил за оказанную помощь и поддержку на соревнованиях такого уровня. Российские пара-тэквондисты по итогам встречи оказались сильнее своих азербайджанских оппонентов, выиграв большое число поединков. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».